14 февраля в Подольском краеведческом музее прошел литературный вечер, посвященный началу года литературы в России и десятилетию со смерти подольского поэта Виктора Яковченко. Ну, мы с ним знакомы были до 75 года, когда заехали в один дом. Так и жили в одном подъезде много лет. Вот. Встречались, естественно, часто. К нему заходишь, у него дома библиотека историческая и прочее. Это, так сказать, ну, это ощущение такое, действительно, что-то поэт, что-то писатель. Он был заносчивый, он знал себе цену. Он порой мог сказать: Пушкин первый, я второй. Ну, как было? Это, сказать, приходилось так уж аккуратненько. Аккуратненько, да. Ну, потихоньку, аккуратненько. Мы так все-таки сошлись. На литературном вечере был показан документальный фильм Вячеслава Ерохина «Астафьева. 200 лет Пушкину». В 1999 году в усадьбе Астафьева праздновался день рождения поэта Золотого века. На этом празднике была премьера этого фильма. На киноленте запечатлены почти все гости сегодняшнего вечера, которые участвовали на торжественном мероприятии в Астафьеве. И как не почувствовать поэзию этих преданий, дух Золотого века русской литературы на этих аллеях, где гулял Пушкин, сегодня, в день его 200-летия. На вечере прозвучала песня «Давно не бывал я в Донбассе». Виктор Иванович родился на Донбассе, он очень любил свою малую родину. И сегодня, когда там идет братоубийственная война, мы по-новому открываем для себя значимость большой и малой родины, которую нес в себе русский поэт Яковченко. А кроме того, он очень увлекался историей. У него есть, например, поэма об Андрее, Андрей Боголюбский, князь святой. У него есть на дыбе, как пытали на дыбе скомороха за то, что... То есть это как бы так языческий мотив. Он не отделял, собственно говоря, православие от язычества. Так сказать, для него история, она была настолько слита, настолько вот тесно связана, что история вот сегодняшнего дня, прошлого дня, она для него... Вот он жил как бы ей, врос в нее, вот как дуб вот корнями. Так вот он и жил. У Виктора Ивановича было много знакомых, друзей, и сегодня значительная часть из них пришла почтить память дорогого для них поэта. Это был настоящий русский поэт, русский, корневой такой. Но, как всегда, многих русских поэтов и писателей губит вину. И ему с носом вот, не употреблять, он до 120 лет был прожил. Настолько был крепкий, сильный физически, здоровый человек. Вот с ним здороваешься, так что тут прямо лопатой какой-то тебя там загребают вообще. Мощь такая была. И поэзия у него, конечно, была мощная, русская поэзия. За 70 лет жизни Яковченко написал много хороших стихотворений и поэм. Некоторые из них были прочитаны на этом вечере. Немцам вино и водка, русским вода и чай. То, что не лезет в глотку, сиди, Иван, не скучай. Немцам закусок горы, красная рыба, икра. У русских увяли взоры, им убираться пора. Эх ты, Иван Ванюша, труженик и герой, ты отдал победе душу, а здесь ты поник головой. Немцы надрались в доску, смеются они над тобой, пожуй, Иван, папироску и молча иди домой. Литературное наследие поэта Виктора Яковченко является бесценным вкладом в русскую культуру. Среди стихов и поэм следует отметить поэму «Вдовий хлеб», в которой рассказывается о тяжелых военных буднях матери, пытающейся прокормить своих детей. Человек уходит, а в книге остается. Книги живут вечно, как и вечно человеческая душа. Даже на похоронах писателя не обошлось без сборника стихов. В тот день, когда хоронили Виктора Ивановича, и когда его отпевали, гроб стоял в часовне на Красной Горке, я уж не помню, кто принес в этот день контрольный экземпляр книги стихов. Ну, голубые. Это, в общем, какой-то показатель есть, да. Сколько бы я, вот когда вспоминаю Виктора Ивановича, у меня, знаете, почему-то со всей, я не знаю, каким бы он ни был, у меня почему-то тепло на душе. Очень радостно, что я с этим человеком был знаком. Литературная встреча позволила окунуться в круг писателей и деятелей литературы, знакомых с Виктором Яковченко.
Они вспоминали забавные истории и понравившиеся поэту стихотворения. Вот, например, литератор, родом из Архангельской области, с которого рисовали портреты Пушкина. Я читал стихи. И вот я однажды при нем прочитал стихотворение. Он говорит, не знаю, говорит, как в газетах это стихотворение пройдет, но мне оно нравится. Над срубом колодезом старым скрипит журавель на ветру, и филин, как перед пожаром, заброшенным плащем дому. Давно ли под светлым окошком, и что без предчувствий беды, басиста смеялась гармошка среди голосов молодых? Не язва прошла моровая, не зла орда пронеслась, а одна ли деревня пустая, одна ли изба заждалась? Мы совестью не спросили, а нам подменили без виз могучие песни России на чужеземный каприз. А нам подменили устои на шаткий призрачный дым. Все стало в эфире пустое, а было родным и святым. Мы верили чуждым местьям, похмелье прервет забытье. Народ русский, скрепы России, в нем сила и величие. Не только силу и величие демонстрировал Яковченко, но и находчивость. Валентин Суховский, который с ним ездил на разные мероприятия, рассказал занимательную историю. Там же не все не рассчитало, как бюро пропаганды. Деньги подходили к концу, а он стоит в кассе. Я подхожу и говорю, Виктор Иванович, у нас кончаются деньги. Он говорит, а как выйти из положения? Ты, говорит, где больше публиковался? Я говорю, в сельской жизни. Ну, ты представляешь, из сельской жизни, а я из крокодила, представляешь, покажу писательский билет. Я говорю, ну может это слишком круто из крокодила, хотя бы из водного транспорта. Ну так и сделали. И мы прошли, значит, на ракету, это сплыли приводи на такой поселок Шипу. А потом да надо было уже не на ракету, на карамара, но тоже это сработало. Вот. Ну а потом уж на мы с бюро подкинули деньги. Вот. Так что вот он такой вот был человек. Он говорил, я буду своим видом давить, если вот, допустим, райком приходили или в горком партии. Как у всех поэтов, у Виктора Яковченко были свои творческие периоды. Виктор Иванович тоже было несколько этапов, если уж так и разобраться. Вот. Ну, по крайней мере, это этап литинститута, этап, так сказать, небольшой, когда подольский этап до перестройки и после перестройки, так условно говоря. Последний этап, перестроечный, резко контрастирует с предыдущими периодами в творчестве поэта. В середине 90-х годов лирик Виктора Яковченко почувствовал свою невостребованность и затем нехватку денежных средств. Но когда есть духовное богатство, бедность не кажется пороком. Вначале, конечно, он был там, как говорят, что он такой ершистый, вроде заносился как поэт. А я его знал уже простым товарищем таким, ночевал у него не раз. Говорим-говорим, и никак не наговоримся. Вот такой матрас у него был гостевой, раскатывал чистый, просто стал. Все, ты ночуешься, спим, завтра договорим. Какой там? И в Патьмах говорим. И я один раз ему сказал, это, в Патьмах же говорю, Витя, а ты по Маяковскому живешь-то, ни рубля не накопили строчки. А проще говоря, ты бедный человек-то. Он так что включил, так на локте приподнялся, посмотрел. Ты ж поэт, выражайся точно, я нищий. Но мы дети войны, мы богаты другим, вот, мы духовно богаты. Духовное богатство отражалось в творчестве, а в повседневной жизни Яковченко был яркий, общительный и очень живой человек. Это был человек жизни, он был, так сказать, такой многогранный, в нем, вот, есть люди, вот, они такие как бы сухенькие, в галстучках, там, или без галстучек, вот, они ходят, ну, у них жизни не чувствуется, жилинки нет. А может быть это есть там глубоко-глубоко, а из этого вот все росло действительно. Вот это был постоянно вот обновляющийся дух, вот этот вот живой, такой, органичный, так сказать, готовый на все, позвонить, мог прийти, мог что-то сказать, мог написать, мог, по крайней мере, меня он в покое никогда не оставлял, пока мы жили вместе. Виктор Яковченко не дожил почти полгода до своего 70-летия. Как говорил Достоевский, широк русский человек. Сузить бы. Вот таков был Виктор Иванович. Широкий во всех отношениях. И в любви к женщинам, и
к любви к напиткам, к любви к жизни. Это была очень широкая натура. Этот живой и самобытный поэт умер 14 февраля 2005 года. Во многих стихотворениях находишь пару строчек, что он уже предчувствовал свою кончину. Эпиграф из Яковченко. Но уходя, хочу в последний раз сказать земле сердечное спасибо. Бьется в скорбных стенаниях февраль, то метель, то поземка, то вьюги. Так ли выразить боль и печаль, запоздалое слово о друге? Был тот день, как и прочие дни, переполнен объемом событий, как и прежде вершились они, но, увы, без Яковченко, видите. Он уже не поднимет руки, не взнуздает, как прежде, Пегаса, ни одной не напишет строки, как писал до последнего часа. Электронный будильник в тот день зря для Вити надсаживал зум уж, на лице его вечность, вечности тени. Умер. Так случилось. Я в день похорон был в отлучке и с ним не простился. Лишь под сенью заснеженных крон скромный холмик с крестом мне приснился. За весь мир говорить не берусь, но в тот день я почувствовал это. Горько плакала матушка Русь над могилой поэта. Хотел написать сначала над могилой большого поэта, большого выкинул. Вот он из народа, вот простой человек, но умеет писать стихи, умеет говорить вот такого-то. Вот он таким и запомнился. Сейчас не стало уже многих писателей и поэтов, покоривших сердца читателей в советское время. А нам остается только чтить память ушедших из жизни литераторов, проводить поэтические вечера.